Друзья, всем привет из Крыма. Я сейчас нахожусь на территории Воронцовского дворца. Это, можно сказать, историческое музейное место. И в этом видео я расскажу тебе, почему тебе стоит попробовать такой замечательный напиток, как кофе Гоу, и начать употреблять его на постоянной основе. А самое интересное впереди. Я еще и расскажу, как на этом продукте несложным способом заработать хорошее количество денег. Если тебе стало интересно, оставайся и досмотри это видео до конца. Ну, а я начинаю. Итак, первое, почему стоит попробовать этот уникальный кофе. Во-первых, этот продукт всегда можно носить с собой. Он помещается даже в карман джинс. Во-вторых, мир не стоит на месте. Мы все с вами хотим купить лучшие модели телефон, да, лучшие модели телевизор. Мы хотим с вами, когда появились, допустим, микроволновые печи, обязательно купить в дом микроволновую печь. Микроволновые печи прошли, появились мультиварки, все дома заполнились мультиварками. Так и это. Не секрет, что сейчас на рынке есть кофе, да, есть кофе в зернах, есть кофе молотый, но есть такая технология, как дрип-пакет, и это, друзья, ноу-хау на рынке кофе. Так вот, что дает этот дрип-пакет? Этот дрип-пакет дает вам возможность, уникальную возможность наслаждаться вкусным, свежесваренным, ароматным кофе буквально везде. Будь вы в командировке, едете в поезде, летите в самолете, может быть, вы просто на природе на пикнике. И я этот кофе действительно ношу с собой. Сейчас, путешествуя по Крыму, этот напиток сопровождает меня везде. Кроме того, это разнообразие вкусов. Я, как истинный любитель кофе, еще и наслаждаюсь каждый день разными ароматами. Это и апельсин, это ирландский крем, это черешня, это миндаль, это виски со сливками. И если ты сейчас смотришь это видео и думаешь, как жаль, мне нельзя пить кофе, потому что я не переношу кофеин, или мне нельзя сейчас пить кофе, потому что я в положении, я жду малыша. Для тебя тоже классная новость, потому что кофе Гоу есть без кофеина, и ты можешь наслаждаться этим уникальным напитком. Еще один уникальный факт, почему же стоит пить этот напиток кофе Гоу, потому что он еще и полезный. Выпивая обычную чашку кофе в кафе, либо сварив дома, мы не всегда приносим пользу организму, а когда мы покупаем кофе в кафе, мы еще и не уверены в качестве, да, этого напитка. Здесь, друзья, 100% гарантия качества – это 100% молотая арабика по специальной технологии, которая позволяет сохранить всю полноту, весь аромат вкусного ароматного кофе. И к тому же здесь грипрейши. Сейчас в мир, опять же, да, новых технологий, в мир не совсем хорошей экологии, наш организм просто нуждается в витаминах. У меня вопрос. Каждое ли утро ты пьешь витамины? Не жалеешь ли ты деньги, да, на какие-то биологически активные добавки? Далеко не каждая семья помнит о том, что утром нужно выпивать на сегодняшний день, возможно, горсть, да, витаминов, необходимых для нашего здоровья. И классная новость. Выпивая чашечку кофе Гоу, ты наполняешь свой организм всеми полезными веществами, потому что грипрейши – это уникальный гриб, гриб молодости, гриб долголетия, императорский гриб. Поэтому уже и по этому факту стоит употреблять этот напиток. Это легкость в приготовлении. Каждый пакет очень легко заварить. Это можно сказать, что у вас кофеварка в кармане всегда. Если вы любите варить кофе в турке, либо используя кофемашину, пожалуйста, делайте. Но, опять же, повторюсь, что новая технология, имея кипяток, вы всегда можете наслаждаться вкусным, ароматным, свежесваренным кофе. Вот таким вот легким способом. Ну и люди, которые хотят что-то в своей жизни поменять, хотят найти новый источник дохода, я могу сказать, что рынок кофе – это второй рынок после рынка нефти. Вы только
Вдумайтесь в эти цифры. Это настолько масштабный рынок, и с помощью вот такого уникального продукта, легкого в применении, этот продукт легко предложить попробовать. Этим продуктом не стыдно угостить людей. И имея всего лишь вот такой пакетик кофе в кармане и свою визиточку, здесь, в Крыму, я нахожу новых клиентов, новых бизнес-партнеров себе в команду. Как? Да очень просто. Первое правило – просто не будьте жадными. Откройтесь людям. Для того, чтобы что-то получить, нужно сначала что-то вложить. Цена этого пакетика, она, я скажу, для такого продукта она ничтожно мала. Скажите, вы хотели бы за 50 рублей иметь нового клиента и большой-большой бизнес? У вас есть такая возможность, потому что такой пакет стоит менее 50 рублей. А если вы не будете скупы на информацию, если вы не будете жадиной, да, скажем так, по-детски жадиной говядиной, то вскоре у вас вырастет потребительская сеть из тех людей, которые просто будут пить кофе. Да, как мы ходим в магазин, покупаем с вами продукты. Также люди будут употреблять этот напиток, и тогда с каждого пакетика кофе возвращается еще, ну, в среднем рублей 15. То есть, смотрите, выпивающую чашку этого кофе мы, ну, я в частности, я люблю этот кофе, от каждой чашки я зарабатываю в среднем 15 рублей. Классно? Если я выпиваю 2, 3, 4, 5 чашек, мой доход растет, а вы... Представляете, если тысячи людей пьют этот кофе, какой процент просто возвращается вам денег? Просто на том, что люди потребляют этот продукт, вы зарабатываете. И опять же, да, к моменту, как я это делаю на холодном рынке, да очень просто. Большое количество людей, которые любят кофе, соответственно, я просто предлагаю продегустировать этот напиток, дарю человеку, и для того, чтобы мне потом держать связь с этим человеком, я оставляю свою визиточку, я прошу его перезвонить мне и оставить отзыв, и, соответственно, дальше мы продолжаем беседу. Вот так, друзья, легко и просто можно на этом продукте сделать свою жизнь гораздо интереснее, ярче и богаче. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. С вами была Олеся Селезнева. С любовью из Крыма. Вот так вот Олеся спонсирует охранника. Охранника этого замечательного места. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.